Господи, как тут настройки-то открыть? Если они вообще здесь есть. Господи, что такое? Боюсь, дальше я вас доставить не могу. Простите, в окрестностях города слишком опасно. Разумеется, только не для такой, как вы. Сложно, наверное, сражаться одним листом. Но я верю, что вы сможете запечатать проклятие. Как-никак оно распространилось и до ваших земель. Лучше бы вы... Лучшее, что вы можете сделать сейчас, попросить аудиенцию королевы. Так. Что это? А как меню-то? Фига себе. Передвижение. А как меню-то открыть? Алло. А, отлично. Это полный экран? Так-то максимум. А чей экран-то не полный? Я не понял. Так, что это? А-а-а. Ну, давай посмотрим. Так, прыжок, удержите кнопку для прыгания выше. А, понял. Двойной прыжок. Ага. Ага. Что такое? Что ты мне пишешь? Да, господи, иди ты лесом. Так, а ты что пишешь мне? Секунду. Так, говорят, вниз прыжок, да? Едеть колотить, а что там было? То есть я листочком реально сражаюсь? Ужас какой. А зачем мне лук листочка, я не понимаю. Получен колокольчик. Открытие меню Shift. Используйте экипировку предмета. В. Колокольчик. Останавливать немного. Господи. Какое неудобное управление, тупая белка. Фига себе. Мне кажется, для это немножко жестко. Так. Конечно, пиксельные игры — это круто. Но... Не знаю даже. Да ладно! Вы хоть бы объяснили, что это колья. Нет, надо как-то поменять управление. Вообще ни о чем. Так, карта, меню, shift, выбора. Я могу изменить как-то это? Не могу. Че? То я все еще потерял, да вы издеваетесь. Какая-то тупая игра. А, блин, как брать-то? Собака некрещеная.
Нафига мне усиливать удар, если я... Опа. Листочком сражаемся и побеждаем, офигеть. Да какого? Да ты издеваешься. Ну кто на А делает прыжок? Ну серьезно. Какой же это гений сделал? Не, это явно под джойстик, я правда не знаю, что за разрешение у игры. Без разницы. Так. Удар по колу сохраняет игру. Отлично. Это типа еще и Dark Souls, да? Что это за фигня мелкая была? То есть куковый рок. Офигеть. Вообще неудобное управление. И нафига я это собираю? Ну ладно. Нет, секретка же. А че не так-то? Странно. Это явно секретка. Меня ударить хотела. Ты что такое? Собаки. Че такой огромный-то? Я даже попасть-то не могу. Жестяк какой-то. Они еще и восстанавливаются, отлично. Тупая белка. Господи. Давай. Вы нашли жемчужину. Отлично. И что думаете, я буду все искать? Да вы с ума сошли. Здесь босс первый. Глупая фигня. Вы отравлены, ох ты ж. Какое убогое управление, давай. С
Да пошла. Что ты хочешь? Не о чем нам с тобой разговаривать. Пойди прочь, глупая девчонка. А нет, давай поговорим. А это куда? А, секретка. Как бы, это, конечно, хорошо, куда мне это девать-то все? Вы отравлены, да и ладно. Чему это вообще все? То есть, по большей степени мне их убивать вообще не надо. Так как они меня отравили, ты вообще офигели? Такое ощущение, как будто я могу здесь мелким становиться. А, босс первый. Что я с тобой делаю? Хвост бить. Да ладно. Господи! Что, ты ничего не можешь сделать против этого? Лол, я сломал игру. Походу они не ожидали, что я буду... Ау! Так тупо использовать это. Все, жопка сломалась. И что дальше? Игра офигела такая. Че? Как ты его победил? Ты не должен был побежать, что-то такое. Хе. Прошу прощения, кто вы? Понятно, так значит Каху. Какое редкое имя. Зови меня Акскорн. Я так понимаю, тебе ничего не известно о происходящем в этих землях. Ты сказал, что пришла сюда в поисках королевы. Если ты действительно хочешь найти королеву, Карс, то берегись. Королевство поглощает какая-то мертвая сущность. Святая роща — одно из немногих мест, нетронутых ей. Блин, ну отстой сейчас. Ну, пока, по крайней мере, игра меня не особо интересует. И, во-первых, из-за дебильного управления, которое я не могу вообще поменять. Ты кто такой? Ладно. А, что? Что нет? Кольцо. Стой. Все-таки тебя надо было собирать, да ладно. А кто ж знал, да ладно. Сейчас я тебя тащу. Тупая псина.
что тут? Без эмблемы не пройти. Тут что было? Вы нашли максимальное количество увеличен. Давай! Давай! А просто толку их убивать-то? Ты что такое было, ты мне скажи лучше. О, человек! Когда это кончится? Не могу пройти, да? Ты же собака. Так. Классический дом ужасов из Сега. О, я из него выпрыгнул. Что-то, еще один босс? Что-то. Да, тут, как я погляжу издалека, твое истлевшее тело хорошо послужит моей госпоже. Обузим. Это довольно странная методика сейчас. Ты ж тварь мелкая. Что это у нас происходит? Ты где? А ты-то что такое? Я избиваю, грубо говоря, сиськи, да? Идеально. Скоро тебе будет не до смеха. Че у меня кувырок не сработал, я не понял. Она легкая. Че, неприятно? Ах ты, букашка. У меня нет больше времени на тебе. Все, валите отсюда. Где мелкая фигня? Все изи вообще. Просто бежим. Ты кто еще? Чего устался? Я человек, как и ты. Я смотрю, ты не очень-то вооружена. Знаешь, что лучше спрячься где-нибудь. Меня зовут Кэт, я рыцарь на службе этого королевства. Ах, как ты жрица из Лун. Так ты хочешь просить помощи королевы? Думаешь, ее заботят наша деревенька? Но у меня для тебя ли плохие новости. Ходят слухи, что тут поблизости бродит воскресшая ведьма. Идти дальше в город очень рискованно. Но если ты так уж твердо решила увидеть королеву, толку от моих советов будет немало. Конечно, мне вообще на них будет покласть, если честно. Это было нечестно, как минимум. Я не сразу тону, интересно. Что это было?
Что я нашел? Не знаю, какую-то пиццу. То есть я сюда просто так пришел. Ну и ладно. Тупая игра. Давай, беги. Босс опять? А где твои жизни, друг? Что было? Давай, 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 давай. Что это такое? Кубик нужен. Какой-то нужен кубик. Фиг его знает. Тупая ведьма. Тупая собака. Ну, точнее, не собака, а призрак собаки. Опять ты? Королевский двор забыл о нас, простых смертных. Бла-бла-бла-бла-бла. Ты че кто? Ни шагу ближе. Ну хорошо, ты кажешь в своем уме. Думаешь? Так ты жрица, и ты желаешь аудиенцию королевы. Добраться сейчас до замка загадка, задача не из легких. Вряд ли тебе удастся найти помощь в этом городе. Хотя, моя госпожа может тебе понравиться. Она живет в городском монастыре. Блин, у него очень неудобное управление, честно. Ты кто? Очередной неофит, ты ищешь спасение? Пожертвование святой Эсселину спасет тебя от вечных мук. Тебе нужно будет пожертвовать 15 денег. Мы благодарны тебе, да, обретешь ты покой. Тоже, да, деньги мне попросишь? Кто из вас деньги возьмет еще? Что еще происходит? Почему у меня листик? Интересная комната. Кто такая? И чё, все закрыто, я не понял. Я сражаюсь с листиком, господи. Ёлопало.
ты умрешь, нет? Куда я вообще бегу? Что происходит? Че, все только ради этого и шел, и все, да вы издеваетесь. Бред игра, честно, бред. Всем пока. Управление неудобное, бегать так неохота в этом окне. Ну, всем пока.